Может быть, ты этого и не знаешь, но у твоего прихода сюда есть причина. Шигарат и я заключили пари. Он утверждает, что одиночество сводит с ума. Я же стою на том, что оно способствует покою и размышлениям. Чтобы выяснить это, я приказал одной из своих жриц уединиться на острове к северу от Дагонфелла. Если она сможет прожить там 100 лет, проводя дни в молитвах, моя теория будет доказана. Если же нет, Шигарат выиграет наше пари. Время почти уже истекло, она все так же тверда в вере. Но Шигарат пытается повлиять на результат эксперимента. Отправляйся туда. Избавь остров от его прислужников и принеси мне доказательства его вмешательства. Однако не подходи к мудрой женщине. Это нарушит условия пари. Послужи мне, и я щедро отблагодарю тебя.
Откуда этот раб? Он здесь Что вы говорите?
Какая честь. Хорошая работа, смертный. Тебе удалось соблюсти условия моего пари с Шигаратом. Теперь не шаловливые ручонки принца Даэдра, а судьба рассудит, кто из нас был прав. Возьми это и используй мудро.